Быть родителем – это тяжело, мы понимаем, но мы готовы помочь. Мы придумали несколько удивительных лайфхаков, которые облегчают жизнь. Нет, не благодарите, это наша работа. Мне нравится этот оттенок румян. О, кто-то звонит. Нужно ответить. Алло? О, привет. Правда? Поверить не могу. Пап-пап-пап. О, мама разговаривает по телефону. Я тоже так хочу. Ха? И не говори. Жаль, что тебя там не было. Ладно, потом поговорим. О, пока. Я такая взрослая. Но мне нужен настоящий телефон. Я не должна. Но не могу устоять. Хи-хи-хи. Идеальное преступление. А вот и моя красавица. Я попалась. Отступаем, отступаем. Я не сдамся. Вот так. Оу, давай я попудрю тебе носик, Ани. Щекочу, щекочу. Мило, мам. Хорошо, сейчас. О, ты меня обнимаешь. Это так мило. Люблю обниматься. Да, именно это я и делала. Это уже не смешно. Маме нужно собираться. Я никогда не получу ее телефон. Выглядит отлично. Мне нужно взять перчатки. Ага, идеальный способ отвлечься. Нужно действовать быстро. Мы обязательно должны сходить пообедать. Вот они, такие мягкие. По-моему, звучит неплохо. Упс! Энни? Нет! Я спасу тебя! Ух ты! Как ты это сделала? Я так разочарована в тебе, Энни. Прости, мама. Тебе нельзя играть с моим телефоном. Подождите, может быть, тебе это и не нужно. У меня есть отличная идея. Эта коробка как раз то, что мне нужно. Пора приступать к работе. Начну с небольшого квадрата картона. Я сделаю быстрый набросок. Это будет эскиз телефона. Я чувствую себя настоящим художником. Теперь нужно добавить детали. Это будут кнопки. Пока все хорошо. Затем я нарисую экран. Далее я сделаю то же самое здесь. Это будет другая сторона телефона. Все отлично получается. Тогда мне нужно вырезать детали. Это было просто. Я переверну эти две части. Теперь мне понадобится клеевой пистолет. Я нанесу клей по краю. Мне не нужно много. У меня есть кусок гофрированного картона. Я приклею его сюда. Это будет боковая сторона телефона. Я оберну его по всему периметру. Вот так. Другой кусок картона можно прикрепить сверху. То же самое я сделаю с другими деталями. Телефон начинает приобретать форму. Мне нужно соединить их вместе. У меня есть небольшая металлическая скоба. Отлично. Я приклею ее к внутренней стороне картона. Так телефон будет раскладываться. Совсем как настоящий. Теперь нужно раскрасить его. Для этого я использую корректор. Затем я проведу по краю розовым маркером. Я переверну телефон и сделаю то же самое с противоположной стороны. Но это еще не все. Я приклею сюда милого котенка. Я вырезала отверстие в том месте, где будет экран. И вставлю в него картинку. Кажется, все. Скорее бы показать телефон Энни. Посмотри, что у меня есть. Еще раз. Алло, вы хотите поговорить с Энни? Вау, поверить не могу. Это тебе. Не может быть. Вот это да. Так здорово. Мне нужно сделать важный звонок. Лучше бы мне ответили. Привет, Энни. У меня сегодня такое случилось. Ты будешь смеяться. Расскажи мне все. Готов к веселью, Мишка? Ты так высоко прыгаешь? О, нет! Что? Что я наделала? Я монстр! Энни? Мама, посмотри на моего Мишку! О, не волнуйся! Я знаю, что делать! Все, что мне нужно, это прозрачная лента. Я отрежу немного, затем я раскрашу его розовым маркером. Нужно закрасить кусочек полностью. Потом я положу соломинку в центр. Теперь я сложу ленту и надую ее. Идеальный пузырь! Нужно хорошенько запечатать конец. Я сделала много пузырей разного размера. Теперь их можно склеить. Потом мне понадобится корректор. Сначала я нарисую большой круг и раскрашу его. Затем я нарисую глаза. А потом нос и рот. Как мило! Сверху я приклею бумажные ушки. О, только посмотрите! Он такой мягкий и приятный на ощупь. О, Элли, смотри, что у меня есть! Ух ты, это восхитительно! Мне очень нравится! Отлично! Только не сжимай его слишком сильно! Фу! Ты мой лучший друг! Давай играть! Пора перекусить!
и почему я вообще должна тут сидеть? Ого! Я знаю, ты удивлена. Но это только начало. Я засуну палец вот сюда. Одно нажатие кнопки, и у меня красивый маникюр. Круто, правда? Ух ты! Потрясающе! Ты такая модная! Да, знаю. Доделаю пока остальные ногти. Может, я тоже смогу что-то придумать? Мне понадобится полимерная глина. Я раскатаю ее, а затем скатаю в шарик. Теперь нужно придать ей форму. Мне нужен квадрат. Теперь я возьму серую глину и сделаю из нее колбаску. Думаю, так нормально. Теперь я оберну ею синюю глину и слегка сдавлю. Пора сделать мордочку. Выглядит мило. Я смастерю еще несколько. Здесь все мои любимые персонажи. И в салон ходить не нужно. Только взгляни. Да, смотри, какой у меня маникюр. Ух ты, как ты это сделала? Моей картине не хватает красок. А, нет, мне не нравится. Ау, больно. Упс, прости. Эй, Мия, может, это поднимет тебе настроение? Я знаю, ты любишь собак. Гав, гав. Ух ты, какая прелесть. Эй, а можно я ее возьму? Пожалуйста. Что? Нет. Смотреть можно, трогать нельзя. Ах, какая жалость. Мне никогда ничего не достается. Кажется, придется самой что-то придумать. Я разрежу цветную бумагу на полосы. И начну их складывать. Вот так. Цвета должны меняться. Это очень успокаивает. Похоже на оригами. Почти готово. Еще пара складок. И все. Ух ты! Круто! Мне нравится. Что же, а у меня есть еще собачки. Видишь, я люблю животных. Ну ладно, я вырезала кошачью мордочку из бумаги. Теперь нужно ее разрисовать и обязательно добавить усы. О, какая прелесть! Теперь можно приклеить ее к бумаге. Получилась самодельная игрушка антистресс. Это так весело! Ого, как ты это сделала? Хсс! Хау, не подходи! У меня есть собака, и я не побоюсь ей воспользоваться. Ну, давай! Тебе конец! Ни за что! Получай! Итак, ребята! Что за... Это урок рисования или биологии? Упс, неловко вышло! Прекратите! Она первая начала! Неправда! Правда! Так-то лучше! Оу, смотрите! Как здорово! Спокойно! Разве мы не можем дружить? Ни за что. Что это он делает? Не отвлекайтесь. Так нечестно. Обед, хорошо? До скорой встречи. Пока. Где моя сумка? Я прикреплю табличку прямо здесь. А, теперь мой магазин открыт. О, первый покупатель. Привет, мамочка. А? О, привет, Хлоя. Добро пожаловать в мой магазин. Тебе тут что-то понравилось? У меня нет времени. $38 за это? Нет. Ничего страшного. У меня еще много чего есть. Что такое? Фламинго, милый. Заманчиво, но нет, спасибо, милая. Я пытаюсь найти свою сумку. У меня есть как раз то, что нужно. Она поступила только сегодня. Моя сумочка. Дай сюда. Придется заплатить. У меня нет денег, извини. Значит, сумку ты не получишь. Деньги вперед. Но, ладно, я подыграю тебе. Подожди, мне нужно кое-что взять. О, блестит! Ты такая глупая, мама. Я принимаю только наличные. Я тороплюсь, Хлоя. Что мне делать? Подождите, у меня есть идея. Да, думаю, это сработает. Мне понадобятся перчатки и коробка. Я сейчас вернусь. Я начну с того, что разрежу коробку на секции. Мне также понадобится клеевой пистолет. Я проведу тонкую линию клея вот здесь. Этого должно хватить. Затем я приклею это к большому прямоугольнику. Нужно хорошенько придавить, чтобы деталь приклеилась. Затем я сделаю то же самое с остальным. В торцевых секциях есть небольшие прорези. Потом мне понадобится полоска бумаги. Я сверну ее в рулон. Отлично. Я оставлю небольшой кусочек свободным. Я просуну его через одну из прорезей. Хорошо. Я нанесу клей по краям этого квадрата. Хорошо, что я надела перчатки. Я прикреплю это к верхней части коробки. Эта деталь немного меньше, но так должно быть. Теперь последняя часть. Я нанесу клей только с трех сторон. Я поставлю эту деталь под углом. Отлично. Теперь пора украсить мою поделку. Я нанесу клей по бокам. Затем я прикреплю сюда черный материал. Нужно, чтобы не было складок.
Я оставлю немного материала для задней части. Затем можно добавить белый картон. Это будет дисплей и клавиатура. Я равномерно распределю числа. Мне нужна кредитная карта. Ух, она принята! Квитанция выдается сверху. Надеюсь, Хлое это понравится. Сейчас узнаем. А сейчас вы принимаете карты? Вот это да! Так здорово! Каждому магазину необходим платежный терминал. Мой бизнес процветает. Итак, могу я купить сумку сейчас? А? О, конечно! Я так и думала. Я вставлю карту сюда и завершу операцию. С тобой приятно иметь дело. Пожалуйста. Наконец-то. Теперь я могу идти. Что это? Как это попало туда? Да вы что, издеваетесь? Эй, что мне теперь делать? Законный бизнес, а мама? Доставай свою кредитную карту. Какой хороший сегодня день. О, привет, Майлз. Дворецкий, сюда. А? Может, он меня не видит? Эх, как спать хочется. Вздремну, пожалуй. А, вот и ты. Ваш завтрак, сэр. Это самые хрустящие хлопья в мире. Уверен, вам понравится. И, конечно, свежайшее молоко. Приятного аппетита, сэр. Это что, шутка? Ты меня совсем не знаешь. Я не буду это есть. Как скажете, сэр. Что? Откуда это взялось? Ну вот, поспать не удалось. Что здесь происходит? Кажется, я знаю, как все уладить. Хотите конфет? Мармеладных мишек? Мне нравится эта идея. Дай сюда. Отличный выбор, сэр. Я добавлю их к вашим хлопьям. Отлично. А теперь уходи. Так намного лучше. Скорее бы попробовать. Очень вкусно. Но больше я не съем. О, мой пупит. Тут что-то не так. Нет, скучно. Мне не нравится. О, вот этот уже лучше. Но все-таки не так уж и весело. Дворецкий, сюда. Прошу, сэр. Эй, выглядит неплохо. То, что нужно. Молодец. Мне нужна монетка. Попробуем. Я засуну монетку вот сюда. И когда я нажму кнопку, здесь будут конфеты. Ух ты, как круто. А что делает та бедная девочка? А, тут ничего нет. Жизнь так жестока. Как же много конфет. И они все мои. Вкусно. О, выглядит здорово. Есть идея. Я покрасила коробку в розовый цвет. Теперь нужно нарисовать на ней квадрат. Для этого мне понадобится линейка. Пора его вырезать. Теперь я закреплю в коробке бумажную втулку. Я обведу ее ручкой. Лучше придержать втулку рукой, чтобы она не скользила. Это мне еще пригодится. Круг тоже нужно будет вырезать. Вернемся к втулке. Я нарисовала на ней небольшой квадрат. Теперь я вырежу его. Отлично! Можно вставлять втулку в коробку. Нужно убедиться, что часть с вырезом расположена внутри. Теперь я переверну коробку и сделаю откидную заднюю стенку. Теперь я нарисую прямоугольник внизу. Он не должен быть большим. Его я тоже вырежу. Я сложу кусочек картона и нанесу на него клей. Потом приклею его под втулкой под наклоном. Затем мне понадобится два кусочка картона. Я приклею их по обеим сторонам втулки. Они тоже должны располагаться под наклоном. Также из картона я уже сделала небольшую коробочку. Ее нужно прикрепить под отверстием внизу. Сверху на коробку я приклею прозрачный пластик и немного ее украшу. Ух ты! Выглядит отлично! Думаю, все готово. Это как раз то, чего я хотела. Мне нравится! Если повернуть рычаг, получишь подарок. Откуда она это взяла? Хочу! Дворецкий, принеси мне это! Чего ты ждешь? Вам помочь? Ты идешь со мной. А я могу отказаться? Привет! Привет! Очаровательно. Я воздержусь. Хорошо. Так, ты красивый. Я знаю. Что это у тебя? А, это? Это мой торговый автомат. Ух ты, он крутой. А у меня есть автомат с конфетами. Если нажмешь, получишь вкусняшку. Круто, да? Ага, а в моем автомате ничего нет. Это его единственный недостаток. Да, это печально. Но все можно исправить. Дворецкий. Ух ты, игрушки. Я возьму это. Обожаю их. Я тоже. Можем положить игрушки в мой автомат. Вот так.
Отличная идея. Я возьму. Продолжай. Ну все, высыпай их всех. Это последнее. Теперь можно крутить рычаг. И тогда получим игрушку. Ух ты, потрясающе! Какой крутой автомат! Сегодня замечательный день. Я знаю, как сделать его еще лучше. Что ты делаешь? Дворецкий, вызывай охрану! Ложная тревога, но будь начеку. Врум, врум, бум, бип-бип. Чуть не врезалась. С дороги, я еду. Ничто не может меня остановить. Ша-ла-ла-ла-ла, пора пропылесосить комнату. Обожаю делать уборку. Разве может быть что-то лучше этого? Шу-бу-ду. Подождите минутку. Жми на газ. Врум! Ю-ху! Быстрее, быстрее! Почему в доме так грязно? А? Пылесос не работает. Что случилось? Ничего не понимаю. Он не работает. Это так странно. Как это произошло? О, я должна была догадаться. Эй, мама, давай кататься. Серьезно, Хлоя? Я пытаюсь сделать уборку. Это нужно выбросить. О, ты всегда все запрещаешь. Хотя, если подумать... Это так несправедливо. Подожди, почему ты так смотришь на меня? У меня есть идея. Я разрежу коробку из-под пиццы на секции и возьму свой клеевой пистолет. Начну с этого. Я нанесу клей вдоль края. Этого достаточно. Теперь можно приклеить эту часть к большому прямоугольнику. То же самое я сделаю с другой стороной. Я возьму длинную полоску картона. Это позволит мне согнуть ее и придать ей нужную форму. Я использую клей, чтобы закрепить деталь. Это можно пока отложить. Я прорезала отверстие в крышке от газировки и протолкну через него две соломинки. Нужно, чтобы все плотно прилегало и чтобы конструкция не расшаталась. В этом мне поможет клей. Я пройдусь по внешней стороне крышки. В верхней части картона я прорезала небольшое отверстие. Соломинки могут проходить через него и выйти вот отсюда. Далее мне понадобятся еще крышки от газировки. Я протолкну деревянную палочку через соломинку. Размер соломинки немного меньше. Колпачки для газировки можно установить с любой стороны. Затем я использую клей, чтобы скрепить все. Пробуем. Ух ты! Только посмотрите! Я закреплю их на нижней стороне картона и добавлю несколько последних штрихов, например, фары и окна. Я надену воздушный шарик на крышку от газировки и надую его. Время для тест-драйва. Осторожно! Что за... Что это? Вау, это потрясающе! Я знала, что тебе понравится. Спасибо, мама. Пожалуйста, зайчик. Хочу скорее с ней поиграть. Кажется, все готово. Запускаем мотор. Вау, я в восторге. Какая она быстрая. О нет, о нет. Сейчас врежется. Ой, прости, мам. Надеюсь, у тебя есть страховка. Я должна была об этом подумать заранее. Вперед. Давай. Это так весело. Нет, я проиграю. Не останавливайся, мама. Мне нужно установить рекорд по очкам. Почти получилось. Упс. Эй, под ноги смотри. Это ты виновата. О, какой хороший день. О нет, хулиганы. В школе драться нельзя. Прекратите. Вон отсюда. И больше никаких драк. Я ничего не сделала. Ау, снова ты. Ты не испортишь мой день. О, конфеты. А, тут пусто. Какая жалость. Хотя я должна была догадаться. Это чертовски вкусно. Обожаю конфеты. А ты чего уставилась? Я только хотела попросить конфету. Эй, Мия, смотри. Что это? Ух ты. Знаю, знаю. Отлично успокаивает нервы. Ого, ты это видела? Осторожно. Какой аппетитный сэндвич. Ничто не испортит этот момент. Что? А это откуда взялось? Чуть не влип. Так, на чем я остановился? А, ну и гадость. Это я виноват. Ух ты, он так тянется. Я не могу остановиться. И кажется, у меня появилась идея. Мой чехол для телефона такой скучный. Пора его преобразить. Я отрежу кончик воздушного шарика. Мне понадобится только широкая часть. Вот так. Теперь я возьму слайм. О, он такой приятный.
Я сделаю его круглым и помещу в шарик. Вот так. Теперь шарик можно завязать. Не хочу, чтобы слайм вытек. Отлично! Теперь мне понадобится горячий клей. Я нанесу его на чехол. Клей должен быть белым. Форма будет произвольной. Не жалейте клея. Отлично! Теперь я заполню форму. Это очень просто. Главное не выходить за границы и не оставлять пробелы. Пока клей не застыл, я прикреплю к нему шарик. И получился забавный чехол для телефона. Как приятно! Ого! Ты сама это сделала? Иди сюда! Оу, наконец-то! Я ждала этого предложения. Хочешь конфет или чипсов? Я возьму чипсы. Отлично! Ух ты! Это потрясающе! Да-да, чипсы очень вкусные. Обожаю их! Это мои любимые. Я могла бы есть их каждый день. Что ты делаешь? Хочу надавить посильнее. Нет! Не делай этого! О нет! Я совершил ужасную ошибку. Что? Что это? О, какая гадость! Простите, это был Майлз. Хотите чипсов? Почему бы и нет? Я люблю чипсы. Может, вы не такие уж и гадкие дети. Это вам. Я думала, с русалками будет веселее. Мама! Мне не нравится этот звук. Мама идет. Хлоя, что случилось? Рассказывай. Эти игрушки скучные. Подожди. А? Что это? Попробуй. О, выглядит забавно. Иди сюда, удочка. Какие красивые цвета. Я могу привыкнуть к этому. Это должно занять ее. А утка будет вот здесь. И все? Мама! Вы издеваетесь? Я просто хочу почитать. Что теперь? Я собрала пирамидку. Ого, да ты гений. Я принесу что-нибудь другое. Вот, пожалуйста. Развлекайся и не торопись. О, это мне нравится намного больше. Мне нужно сопоставить фотографии. Насколько это сложно? Совсем не сложно. А, скукотища. Мама! Только не это. О, привет, Пикачу. Как дела? Что? Смотри, я закончила. Должно быть что-то, с чем можно поиграть. Посмотрим. Давай, думай. Нет, ничего. Что же нам делать? Подождите. Интересно. Да, кажется, я поняла. Это решит все наши проблемы. Подожди здесь, зайчик. Мне понадобится кусок картона и ножницы. Я отрежу углы. Хочу сделать их изогнутыми. Прекрасно. Теперь пора проявить фантазию. Для следующей части мне понадобится маркер. Я нарисую на картоне небольшой квадрат. Затем разделю его на разделы. Нужно создать сетчатый узор. Я пронумерую каждый квадрат. Теперь нужно вырезать сетку. Я пока отложу это. У меня есть лист розовой бумаги. Этим я раскрашу квадрат. Он такой красочный. Я переверну его и нанесу клей с обратной стороны. Клея должно быть много. Это будет рамка. Далее мне нужен чистый лист белой бумаги. Я нарисую на нем сердечки. Затем я сделаю эскиз Пикачу. Не хочу ошибиться. Это должно развлечь Хлою. У меня всегда так много забот. Я быстро раскрашу сердечки. И Пикачу тоже. Хотела бы я, чтобы у меня были такие румяные щечки. Это произведение искусства. Теперь вернемся к сетке. Я переверну ее и нанесу клей. Потом я приклею сюда свой рисунок. Осторожнее, чтобы не было складок. Теперь можно разрезать рисунок на части. Пора поместить его в рамку. Я расположу детали вот так. Получится отличный пазл. Хорошо, думаю, все готово. Хлое это понравится. О, чуть не забыла. Мне нужно перемешать детали. О, Хлоя, у меня для тебя кое-что есть. Ты видишь это, Пикачу? Потрясающе! О, кажется, получилось. Пожелай мне удачи. Выглядит непросто. Я сдвину эту деталь сюда, а потом подвину вот эту. Нужно сосредоточиться. А мне нужно расслабиться. Подождите, хочу кое-что проверить. А, совсем другое дело. Это последняя деталь. Мама! Серьезно? Что? Смотри! Пикачу! О, ты уже закончила. Я горжусь тобой. Хочу еще раз собрать пазл. Было весело. Скорее, мама.
папа сказал, что купит мне машину, я думала, она будет побольше. Но это весело. Врум-врум. Отличный сегодня день. О, это место мне нравится. Можно сесть и наслаждаться красотами природы. А, хорошо отдохнуть после напряженного дня. О, круто. Пиу-пиу. Ого, какая машина. Эй, вернись. Оу, смотрите. Пирамида из стаканчиков. Не хотелось бы, чтобы кто-то ее разрушил. Вызов принят. Ю-ху! Круто! Ау! Голова! Ненавижу мусорить. Стоп! Кажется, это можно использовать. За работу! Пора немного проявить фантазию. Обожаю это. Я нарисую на стаканчике глаза. Первый готов. Теперь второй. Затем я нарисую нос. Выглядит очень мило. Теперь пора нарисовать рот. Какой счастливый получился стаканчик. Ему не хватает розовых щечек. И усов. Теперь стаканчик можно отложить. Из бумаги я уже вырезал заячьи уши. Я приклею их к стаканчику. Но это еще не все. Я нанесу клей на крышечку от бутылки. И приклею к ней вторую крышечку. Теперь мне понадобится резинка. Я надену ее на крышечки. Вот так. Я закреплю ее скотчем. Не хочу, чтобы резинка сползла. Выглядит надежно. Я сделаю пару надрезов внизу стаканчика. С обеих сторон. Надрезы должны быть небольшими. Теперь можно завернуть бумагу. Я возьму крышечки и надену резинку на завернутую бумагу. Нужно убедиться, что крышки находятся внутри стаканчика. Теперь можно их завернуть. Отлично! Все готово! Я сделал второй стаканчик зайчик. Ух ты, какая прелесть! Стоп! Это что, зайцы? О, они такие чудесные! Машина уже не в моде! О, привет! Как дела? Можно посмотреть? Ау, это обычный стаканчик. Ему не помешает немного лоска. Я знаю, что делать. Что? Это золотая пыль? Мой зайчик теперь кажется скучным. Как ты это сделала? Неважно. Давай устроим гонки. Готов? Начали. Давай, зайчик, давай. Смотри, я выигрываю. Нет, ни за что. Секунду, остановись. Это лучший день в моей жизни. Поверить не могу. У меня есть машина. Она просто прекрасна. Я никогда не был так счастлив. Нужно вести себя естественно и бежать.